Согласно информации от Fool, на первом этапе 5.2 мы увидим Часскую линию, а на втором к нам вернутся Неовелиты Джунли. Но чтобы разобраться в этом поподробнее, мы с вами сегодня обсудим, как это получилось. Подписывайся на канал, ведь как только будет 35 тысяч подписчиков, я вам разыграю 10, может даже 15 лун. Просто подпишись, и все, ты участвуешь. Джиндроп. Самый лучший сайт с прямодемами и лунами. Все выводы происходят через Кудэшоп. Официального партнера Деншина. С тебя ее ID. С них прямодемы. Выводы моментальные. Ни одного случая бана или списания, а также постоянные раздачи. Где победить может абсолютно каждый. Сам пользуйся ссылочкой где? В описании. Очень интересным моментом во втором этапе является то, что в нем участвуют и Неовелит, и Джунли. Забавно, если задуматься, потому что согласно преданиям Неовелит, он хочет судить Джунли. Так что то, что они вместе на одном баннере, немного иронично. Но тем не менее, это одна из тех мелких деталей, которые фанаты могли бы оценить действительно по достоинству, и хайверсом был бы плюс леп. Итак, если вы были внимательны, то заметили кое-что странное. Ризли снова пропал, несмотря на то, что и Неовелит, и Ризли были выпущены в 4.1. Это будет третий реран Неовелита, в то время как у Ризли не было ни одного. То же самое касается Лини. Мне иногда интересно, вот хайверсы, вот чем вы думаете? Либо они когда-то хотят выпустить баннер прям персонажа, которых давно не было, допустим, и Лини, и Шинхе, и еще кого-то. Не знаю. Дело не только в нем. Ситуация становится еще более странной, если учесть, что в версии 5.2 появится усиление реакции на стихии. Как я уже говорил в своем предыдущем видео, многие из усиливаемых реакций напрямую связаны с крео-юнитами. Эти изменения очень важны для крео-персонажей, которые полагаются на запуск этих реакций. Вот почему мне кажется, что версия 5.2 была бы идеальным патчем для Лирана, Ризли или Шинхе. А как кажется вам, напишите в комментариях. И напоминаю, что в моем телеграм-канале свежие промокоды на прямодемы, а также интересные новости по Деншину, ссылка в шорте профиля и в комментариях. Согласно одному интересному источнику, он подтвердил, что Ризли и Шинхе не будут на баннерах 5.2. Как вы думаете, на каких баннерах они будут? Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм, всех люблю, пока-пока.